Смотрите детский канал «Чистая роса». В этом сезоне наш канал будет рассказывать вам о крымском сафари-парке «Тайган», о жизни животных, о его создателе Олеге Зубкове и его дружбе со львами, о том, как он выращивает маленьких львят и выпускает их в саванну, и о многом другом. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить самое интересное. Долгожданная встреча состоялась. Пока я рассказывал Гику байки о том, каким маленьким трогательным котенком он был в детстве, Гик умилялся, зевал, подтягивался и демонстрировал свой длинный розовый язык. Стало что-то происходить непонятное для меня. Я почувствовал, что Гек нервничает. Пока я расчесывал ему гриву и выискивал блок его шерсти, сзади к нам подкрались два льва. Они подошли на небезопасное расстояние, несколько прыжков. Теперь настала очередь понервничать мне. Одного грозного рыка Гека было достаточно, чтобы показать, кто здесь хозяин. Львы поспешили удалиться. Все вернулось к спокойной идиллии.